Добрый день, уважаемые коллеги. Темой очередного семинара нашего становится маловысотная беспилотная гамма-съемка. Гамма-съемка метод давно известный, хорошо себя зарекомендовавший в наземном вайро-варианте. Но вот именно по вопросу съемок легкими беспилотными системами у нас сейчас существуют различные мнения в отношении их возможностей, в отношении роли в структуре геологоразведочных работ и в отношении методики. Но это связано с тем, что все, конечно, привыкли к большим детекторам с вентиляционным объемом в десятки, сотни литров, которые ставятся на самолеты или на вертолеты. А легкие беспилотные системы такие детекторы поднимать не могут. И при этом в литературе достаточно много публикаций по радиоэкологическим применениям маловысотных гамма-съемок. Но вот именно геологических кейсов с детекторами малого объема, ну, существенно меньше. В прошлом году мы с коллегами провели специальные работы методические, направленные для того, чтобы, ну, скажем так, снять ряд вопросов, которые существуют к такому варианту постановки аэрогамма-спектрометрии. И в рамках данного доклада я хочу доложить эти результаты, а также некоторые примеры из производственных кейсов, где мы применяли такие технологии, ну, начиная примерно с 2016 или 2017 года.